Сразу три пары из лидирующих четырех тренируются в Санкт-Петербурге в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука. И пока на четвертой позиции по итогам короткой программы располагаются Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. В произвольной программе у этих спортсменов знаменитое произведение группы Queen «Who Wants to Live Forever?» «Кто хочет жить вечно» в исполнении тенорового трио. И все еще не удается парам достичь идеального катания, потому что действительно очень сложно, действительно все хотят
попасть в сборную. Все хотят выполнить максимальный уровень сложности, но сегодня не срастается. Очень хорошо ребята начали. Прекрасно была откатана первая часть произвольной программы, но на концовочку чуть-чуть не хватило. Падение с тройного выброса Ридбергера, ошибка на поддержке, потеря уровня на Тодосе. Все это, конечно, не совсем не обязательные ошибки для этих ребят, но не будем их судить строго. Эта пара тоже вновь созданная, тоже только с этого сезона они начинают свой путь вместе, рука об руку. И, конечно, в такой команде с такими тренерами, как Артур Минчук, как Тамара Николаевна Москвина, с тем вниманием, которое им уделяется, я думаю, что у них еще все впереди. Платежная система «Мир» поздравляет всех с наступающими праздниками и проводит новогоднюю акцию, которая продлится до 25 декабря. Получите возможность выиграть поездку на финал Кубка России и множество других призов. Регистрируйтесь на сайте приветмир.ру и участвуйте в акции. Но сейчас мы с вами имеем возможность видеть те прыжковые элементы, которые тоже нельзя сказать, что поддались на 100% этим спортсменам. В частности, каскад из двух тройных сальхов через Ойлер оказался настолько сложным, что именно Ойлер, казалось бы, прыжок, который еще можно назвать одинарным Ридбергером, вышел у этих спортсменов, по мнению технической бригады, с пониженным числом оборотов. То есть, считайте сами, если мы вычитаем один оборот из одинарного Ридбергера, сколько там остается. Ну и падение довольно серьезное после выброса у Ясмины. И параллельный тройной Ридбергер тоже получился не идеальным, но в целом все равно это выступление было очень уверенным. И опережают такие Тереночек Мареву и Матвея Янченкова Кадырова Колесов и занимают свое место, которое сейчас является лучшим в чемпионате. 213 и 45 сотых балла.